Бизнесом я занимаюсь примерно 5 лет. Первая моя компания — это компания Unitrade. Мы занимаемся поставками химии, различные промышленные, это кислоты, реагенты, реактивы. Второй наш бизнес — это компания по тендерному сопровождению Unitender. Соответственно, мы помогаем участникам рынка поставлять, опять же, на всякие различные предприятия свои товары, работы, услуги. С самого начала, как я начал работать вообще в торгах, а я базово был тендерным специалистом, я работал только через Саби. Саби нравится, во-первых, за открытую аналитику, то, что можно всегда сделать любую аналитику по конкурентам, по заказчику, можно сделать аналитику по количеству торгов, по суммам торгов, то есть все, что связано с аналитикой, это просто топ. Торги приходят буквально не то чтобы раз в сутки, не раз в полдня, они падают все время. То есть, если у нас есть запрос, торги просто целыми днями сыпятся и сыпятся, сыпятся. Мы можем настроить отдельно по Ярославлю, можем настроить отдельно по области. Есть какие-то интересные площадки, есть площадки, где, очевидно, ты никогда не выиграешь. Мы, например, это можем исключить. Можем сделать какие-то диапазоны по суммам, можем сделать отбор только по заказчику и прочее. То есть, соответственно, мы заранее настраиваем поиск по каждому клиенту. Если это наша компания, то по нашей компании. Можем посмотреть аналитику по цене, и благодаря этому мы можем сориентировать клиента, стоит ли ему заходить в эту закупку или нет. Дальше смотрим на различные ограничения, которые есть в закупках, и согласуем с клиентами. То есть, например, наличие банковских гарантий, наличие каких-то постановлений, у нас режимов и прочего. Анализ конкурентов – это одна из самых главных вещей, которыми мы занимаемся. Соответственно, мы фактически каждый торг, в который заходим, мы всегда можем посмотреть количество конкурентов потенциально, которое было. Можем посмотреть, кто же выигрывал, кто поставлял, с какими ценами. И это однозначно дает преимущество для того, чтобы не тратить ресурсы на все подряд закупки. Возможно, этот конкурент сидит, например, только на одном заводе, соответственно, поставляет раз в полгода одно и то же вещество. Соответственно, вероятнее всего, этот поставщик также выиграет у этого заказчика. Благодаря своим сервисам аналитики Саби страхует меня от того, чтобы попасть на мошенников. Существуют такие схемы, когда, например, заказчик публикует единовременно, до этого ранее не публиковав торги, публикует от 10 до 50 торгов в диапазоне до 10 миллионов, не выходя из этого, везде с авансом. То есть, если, опять же, ты неопытный участник рынка, ты можешь увидеть эту закупку, подумать: классно, аванс, мы заходим, но потом вас потребуют обеспечения аванса, договоры все будут заключены, и при этом заказчик останется с обеспечениями, поставку товара, работы, услуги у вас не потребуют, а заказчик будет с деньгами, просто со временем сольется. Также мы помогаем нашим клиентам выигрывать торги по реализации государственного имущества, торги по банкротству. Также находим их в Саби. Бывает ситуация, что так или иначе мы просто перестаем работать с какими-то клиентами. Но для того, чтобы это не удалять и потом в дальнейшем, если что, не настраивать, мы также можем просто перенести в архив, в отдельную папку. И в случае, если опять начнем работать с клиентом, мы просто можем перенести из архива опять в работу. Конкретно по компании Unitrade, по компании, которая поставляет химию, у нас есть интеграция Саби через API с Битриксом. Соответственно, у нас порядка 100 веществ химических, которые мы ищем. И вместо того, чтобы менеджеру каждый раз заходить, нажимать на закупку, копировать, вставлять, у нас просто идет автоматическая интеграция в Битрикс. Уже конкретно в Битриксе менеджеры просто разбирают воронку и переносят нужные закупки дальше по этапам. Благодаря Саби я вообще могу все делать удаленно, то есть не привязан ни к какому месту. И не только из России, и с другой стороны можно работать. Благо, всегда есть доступ, и это очень удобно. Бывало, что просто на горнолыжном курорте сидишь с телефона и выигрываешь торги. Это прямо с телефона. Это все реально.